Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил Казинник. Здравствуйте, дорогие друзья! В радиостудии «Орфей» я Михаил Казинник и мой замечательный собеседник, партнер, человек, с которым мы недавно записали немало музыки, в том числе 24 прелюдии Шостаковича. Кстати, пользуюсь случаем поблагодарить вас за отзывы. Очень много людей, которым нравится наша игра, наше общение. И вот мы опять с Андреем Шипко. Здрасте, Андрей. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о композиторе, имя которого я вам не сразу назову. Вот такая у нас уже появляется иногда традиция. А просто попробую попросить вас догадаться, о каком композиторе пойдет речь. Я сейчас почитаю вам стихи. Тоже не говорю ни чьи, ни время, ничего. А просто читаю стихи. И как вы думаете, о каком композиторе мы заговорим сегодня с Андреем? Стихи звучат так. Называются они «В гостиной». Всего 8 строчек, поэтому будьте очень внимательны. «Я в гостиной стоял, меж нарядных, утонченных, между умных, играющих в чувства людей, среди живых мертвецов, меж романов оконченных. Я вскричал сей душой потрясенной своей. Есть ли где еще звери в могучем количестве? Есть ли тигр королевский и смелые львы? Есть ли где бегемот в безмятежном величестве, как коряга, встающий из вод головы?» Как тебе, Андрей, эти стихи, а? Да, знаете, друзья мои, понимаете, кто это, нет? Время какое. Вот такое время было. Обычно в советские годы было принято цитировать совсем другого поэта в связи с этим композитором. А именно, вот сейчас все раскрою, именно Владимира Маяковского. Обычно Маяковский ассоциировался с этим композитором. И тоже это было несправедливо, потому что был еще один поэт, который еще больше ассоциировался с этим композитором, потому что именно они друг другу дали звание председатель земного шара. Велимир Хлебников назвал Сергея Прокофьева председателем земного шара от области музыки, а сам себя Велимир Хлебников именовал председателем земного шара от области поэзии. И когда Прокофьев играл, то Хлебников, один из величайших на самом деле русских поэтов, будетлянин, футурист, человек, который не хотел в русском языке ни одного иностранного слова, он просто наслаждался музыкой Прокофьева. И Маяковский говорил о том, что Сергей Сергеевич играет на самых нежнейших струнах Владимира Владимировича. Ох, какое это было время удивительное. Но цитировал я сейчас, читал не Маяковского и не Хлебникова, потому что Маяковский и Хлебников, это уже всем понятно. Я цитировал Бальмонта. Я читал Константина Бальмонта. И знаете что? Я хочу вам показать этим самым, что это был не отдельный Маяковский, и не отдельный Хлебников, и не отдельный Прокофьев. Это была особая эпоха в России, повлиявшая на весь мир. Россия за 100 лет, в течение всего одного 19 века, понимая все, открыв окно в Европу, миновав все стили, когда-то все направления, все идеи, вдруг неожиданно вторглась в конец 19-го, начало 20 века, всей силой духа, всей властью, и открылись такие глубины. Мы их назвали скромно «Серебряный век русской культуры, русской поэзии». Действительно скромно. На самом деле это был взрыв.
духовный взрыв, музыкальный взрыв, поэтический взрыв, философский взрыв. Совсем незадолго до этого был гениальнейший Владимир Соловьев с его идеей вечной женственности, повлиявший на Блока, на всю поэзию. Соловьев умер довольно-таки рано. Он умер на грани столетий, в 1900 году, прожив всего 47 лет. Но послушайте, послушайте его стихи, для того, чтобы понять то, что сегодня мы будем играть с Андреем, и что мы будем обсуждать сегодня и в следующих программах. Вот стихи Владимира Соловьева. Хоть мы навек незримыми цепями прикованы к нездешним берегам, но и в цепях должны свершить мы сами тот круг, что боги очертили нам. Все, что на волю высшую согласно, своею волей чуждую творит, и под личиной вещества бесстрастный везде огонь божественный горит. Сегодня мы начинаем разговор о Сергее Сергеевиче Прокофьеве, о его божественном огне, о том, как это все происходило, о том, как проявилось, с одной стороны, величайшее начало цивилизации, попытка спасать мир через мессианство Скрябина. Да и Прокофьева, что там греха таить, хоть он издевался над Скрябиным, как и над всеми остальными, но они пытались спасти мир. Все они, поэты, всей поэзией, всеми звуками, каждым движением, они пытались спасти гибнущий мир. И вот сейчас вы услышите музыку, скифскую музыку, потому что Владимир Соловьев, духовный отец их всех, его цитировал Блок в своих скифах, помните? Панмонголизм, хоть это имя дико, но нам ласкает слух оно, а у Блока, помните, да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосами и жадными очами. Это был утонченный панмонголизм. Это было невероятно утонченное скифство. И если я попрошу сейчас, Андрей, а можно сыграть кусочек скерца из второй сонаты Прокофьева? В это же время, это 1913-1914 год, Сергей Сергеевич Прокофьев пишет скифскую сюиту на сюжет из скифской мифологии «Алла и Лоли». Для того, чтобы понять, что такое скифское в Серебряном веке, что такое язычество, вновь понятое, переосмысленное, прошедшее через всю мировую культуру, давайте послушаем фрагмент скифской сюиты «Чужбог». И пляска нечисти.
Андрей, у меня к тебе вопрос. Ты когда играешь вторую сонату Прокофьева, что у тебя устает, руки или сердце, или мозг больше всего? Все вместе, я думаю, это... Для меня это одна из самых гениальных вещей в музыке 20 века. И я здесь вижу какие-то невероятные глубины, красоты. И когда помню, что это написано 20-летним композитором, это... У меня просто волосы дыбом встают. Я действительно под огромным впечатлением. Для меня вообще Прокофьев открылся с такой вот музыки, с музыки знаменитого «Наваждения» 4-го опуса, который он написал за несколько лет до этого. Вот такие образы второй сонаты. И только потом я уже открыл Прокофьева лирика, Прокофьева «Ромео и Джульетты». Скажи, пожалуйста, а у тебя ощущение радости есть, когда ты играешь вот эту сонату? Или есть еще какие-то смешанные чувства? Безусловно, таких чувств, как при исполнении музыки Чайковского, Рахманинова, здесь нету. Прокофьев, согласитесь, это более, в хорошем смысле слова, здоровый композитор. У него даже минор, даже самые трагические сочинения и та же третья часть из второй сонаты или третья часть из второго фортепианного концерта, они не производят какого-то депрессивного состояния ни в коем случае.